Hello, my friends. Today I watch new video CSO trailer. Окей, okay, I will speak Russia. Привет, пацаны. Сегодня посмотрим, короче, новый видосик. Что же нам Нексоны приготовили такого эпического? Ну, погнали. О, тема космоса. Да, это новый эпический пистолет. Эпично. О, Аксион. Ну, походу, этот пистолет будет для Аксиона, или он его представлять будет. Так, новый дробовик. Это трансцендентный дробовик. Как я понял. Его будет представлять Михаэла. О, это, походу, разработчик. Или, может быть, менеджер. Ну, скорее всего, разработчики, думаю. Так, Гунгнир и Дредноу. Это как раз таки два эпических оружия, а так там. То есть это новое эпическое оружие, по сути, четвертое. Так. Гунгнир для Аерис. Да, и сейчас в каске это новый пистолет, эпический, будет представлять Аксион. То есть это четвертый пистолет. Мы можем, кстати, наблюдать геймплей этого пистолета эпического. О, вот это каски анимации черной дыры, наверное. Наверное, да. О, сразу дамаг по нескольким зомби. Ну это прикольно. К вам будет сложно подобраться этим оружием. 50 патронов. Мы видим. Этого пистолета 50 патронов. О, вот она, черная дыра. О, что? Вы серьезно? Не, ну это слишком, мне кажется. То есть можно просто кинуть черную дыру, да, и достать магнум, и просто всех унизить. Ну это слишком. Причем зомби не могут пошевелиться, они просто в черной дыре находятся. Так, новый дробовик. Так. Что? Что это за солнце? Че это за прикол такой? Не, ну жесть. Ну, походу, он не такой сильный, если зомби не дал с первого раза, это уже не такое дисбалансное оружие. Так. Так, походу на этом все, ребята. Ну, пишите, что думаете об этом в комментариях. Это было довольно-таки интересно. Завтра ждем все обновления. Также, пацаны, подписаны на канал, ставьте лайки. Like and subscribe to the channel. Write a comment, bro. Goodbye, my friends. Bye-bye.